Привет-привет! По многочисленным просьбам, как и обещала, начинаю снимать свои дни. Как они проходят, чем я занимаюсь. Время 16:04, я только проснулась, потому что чуть поздно легла. Вот, собираюсь ехать наводить красоту. Всем привет-привет! Вот так вот. Приветули, приветули, мои хорошие. Сейчас обратно поставлю телефон и буду дальше собираться. Задавайте ваши вопросики. Сегодня нереально хорошая погода. На улице светит солнышко. Очень тепло. Короче, прям очень-очень сильно радует погодка. Прям хочется выйти на улицу, прогуляться, дышать этим прекрасным воздухом. Я ничего не получала на доме 2. В данный момент нигде не работаю. В данный момент. Но надеюсь, что это очень скоро все исправится. Привет, 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 привет. Частично есть сценарий, ребятушки, пожалуйста, смотрите предыдущие эфиры, я все рассказываю, просто одни и те же вопросы. Я нигде не учусь, я уже свое отучилась. Я экономист-бухгалтер по образованию. Бухгалтер, милый мой бухгалтер, вот он какой, такой родной бухгалтер, милый, милый мой бухгалтер. Мы с вами так и не договорили насчет вайнов. Какие бы вы вайны хотели видеть, которые я снимаю? Ну, вот, которые я начну снимать, точнее, будь. Спасибо. Объем ресниц у меня 3D. Задавайте, задавайте свои вопросики, я вам поотвечаю пока. Я еще не вышла. Талия у меня сейчас, наверное, 62. Была 60 ровно. Заметно? Мне 23 года. Молодой человек, я вас знать не знаю, чтобы к маме ехать. Вы хотя бы представились бы, как вас зовут. Собираюсь поехать на педикюр. Рост, вес. Рост 1,67 м, вес в данный момент 50 килограмм. Может, 52. Последний раз давно взвешивалась. Так как я тут хомячу, ничего не удивительно. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. Губы не свои. Взяла у соседа поносить. Подождите 2 минуты, я сейчас вернусь, я быстро-быстро-быстро отбегу. Роза ушла, мы не общаемся. Привет, Ариночка. Здрасте, здрасте всем. Всех, кого не видела. Тот момент, когда я навожу красоту.
Привет, 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 мои хорошие. Какой любимый стиль одежды? Это штаны, кофта и кроссовки. Терпеть не могу платья. Хотя я девочка и должна ходить в платьях, но я их терпеть не могу. У меня как-то так с детства, мне кажется. Я всегда не очень хорошо к ним относилась. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. Про Олю Рапунцель. Что вам рассказать про Олю Рапунцель? Проектная движуха. Камера поворачивается, человек плачет. Камера отворачивается, человек прекращает плакать. Как-то так. Привет, привет. Спасибо. Но видите, это же я была на проекте, и поэтому мне приходилось ходить в платьях. На самом деле, лучшие спортивные одежды ничего еще не придумали. Это факт. Привет. Похорошела, спасибо. Стараемся. Как попасть на дом 2? Пишите Наде Ермаковой, она вам все подробно расскажет. Сейчас в данный момент ни с кем не общаюсь. Мандезир, но он такой немножко неадеквашка. Привет, привет, ребята, привет. У меня все хорошо, все нормально. Оля Бузова? Вживую не слышала, сказать ничего не могу. Подождите сейчас одну секунду, и я вернусь. Я устала какая-то, наоборот. Я в полной энергии, я спала сегодня до обеда. Спокойный эфир. Домашний, да? Пара Лёши и Милены, но мне больше по отдельности нравится Милена с Лёшей. Когда они вместе, у них получается какое-то неадекватное общение, и все окружающие страдают от этого. Спасибо. Я сейчас в Северной Осетии. Бухгалтер, милый мой. Все, у меня теперь песня заела на целый день. Задавайте, задавайте ваши вопросики. Ребятушки, я вам так всем помашу, потому что я нахожусь в гостях здесь. Мне тут, кстати, очень нравится, я тут жить осталась. Привет, дела хорошо? Передай привет Камиле. Камила, привет. Задавайте, задавайте вопросики, будем отвечать на них. Где дочка? Дочка в Новосибирске с моими родителями. У нее все хорошо. Я нет, я уже выздоровела. Это, походу, у меня уже хроническая хрипота своя осталась какая-то. Будут фото соседи? Конечно, будут. Будут, будут. Мы в Нальчик ездили. Скоро, наверное, поедем в Грозный. Буду выкладывать фоточки. Буду снимать видюшки для вас. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. Нет, с Пинчук не общаемся. Когда Новосибирск? Не знаю, ребятушки, когда. Нет. Построила бы отношения срока? Нет, конечно. И я вас люблю. Такое чувство, что постоянно одна.
Ну, не постоянно одна, но большее количество времени, когда я не одна, я просто не выхожу в прямые эфиры и ничего не снимаю. Посоветуй фильм какой-нибудь. Саранча, майор. Иллюзия обмана. И чистое искусство. Что такое? Гая, что такое? Ты чего злишься? Я жду, пока за мной приедут. Я уже позвонила. Что за бред вообще? Не задавайте такие, пожалуйста, вопросы тупые. Потому что я не нужен был хайп. Поэтому она говорила всякую херню. Олеся, ты была в Осетии когда-нибудь? Я первый раз приехала к вам в гости, и мне очень нравится. Дебилы проекты. Да, я соглашусь. Ну, блин, Безус, он достаточно начитанный человек. Чё, Гая, я прихорошела, да, с того момента, как ты мне звонила? Я на ней... Кого там она беременна? Успокойтесь. Ждет ребенка от Гуфа. Когда ты в СИП? Ребят, я не знаю, когда я в СИП. Ребят, я не понимаю пока, где Ингушетия, где Осетия. Я обязательно разберусь в этом. Ты меня ждешь, Гаечка? Бухгалтер, милый мой бухгалтер. Вот он какой. Быстро. Я выбегаю. Покажи вид из окна. Ребят, погода хорошая, солнышко светит. Если сейчас буду камеру переключать, затупит связь. Ев, это кто? Вы кто? Ев 2615. Ну, когда я приеду в СИП, мы организуем фан-встречу. Конечно, все, кто хочет, все придут. Мы со всеми пообщаемся, поговорим, попьем кофе, чай, поболтаем, покурим кальян. Конечно, возможно. Ребята, такой же человек, как и вы. Конечно, возможно пообщаться лично. Говорю, как приеду в Новосиб, мы все встретимся. И поговорим, и пофоткаемся, и поснимаем видюхи. Может, вайн какой-нибудь запишем. Реально попасть на проект. Но только если вам действительно это нужно. Прежде чем пойдете на проект, 10 раз подумайте. Потому что очень много лжи, обмана и вранья. Спасибо. Олесь, сколько ты провела времени на проекте? Почти 5 месяцев. Ты мне нравишься. Спасибо большое. Ура. Это чувство, когда ожидание очень длительное. Не у меня. Кажется, ты худеешь. Да, я худею, ребят. Я уже нормально так похудела. Сколько тебе лет? Мне 23 года. Когда у тебя свободное время? Ребята, я как приеду, сразу напишу, что я в Новосибирске и со всеми встретимся. Ты сейчас то, чем занимаешься? Кому написать, чтоб на проект, пишите мне в директ, я вам скину ссылку. Наде Ермаковой. Сейчас я... Какая я и ты, малышка. По тебе вообще не скажу, что рожала, классно выглядишь. Спасибо большое. Максимально получается 150 тысяч, надо отсидеть 28 лет, чтобы получить эту сумму. Вкратце. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. Господи, заела меня эта песня.
Такая молодая, высказываешься мудро. Спасибо большое, доченька красивая и милая. Спасибо огромное. Вот девочка, кстати, я приезжала в Новосибирск. Кристина, вот, которая пишет, зашла в магазин, и мы с ней познакомились. Она говорит, а вы что, с Дома 2? Я говорю, да. Она говорит, а мне думала, что мне показалось. Норковая, да, шубка, передай привет Эльзе. Эльзочка, привет. Привет. А если честно, сколько нужно пробыть на проекте, чтобы получать зарплату? 3 месяца минимум. Номер не оставлю. Так. Потому что я не знакомлюсь. Как дела? Дела хорошо. Кому что-то интересно, пишите в директ, я всем отвечу. Это так и было, стесняла спросить, не спросила. Привет, настроение замечательно. Цвет настроения синий. Худеешь диеты, на самом деле я поедаю все подряд, как хомячок. Я очень рада. Почему ты не знакомишься? Потому что у меня есть молодой человек, поэтому я не знакомлюсь. Когда будут новые фото? Сегодня будут? Сегодня постараюсь, конечно, новые фоточки сделать. Вообще, я не любитель фотографироваться, как бы странно это ни звучало, я терпеть не могу фотографироваться. Цвет настроения черный. Сегодня. Привет, привет. Привет, привет. Да, я знаю. Я вообще всегда раньше гоняла в черном, но на проекте черный запрещен, потому что он ребит. И поэтому мы не одевали черные вещи. И я вас, мои хорошие, люблю. Кстати, у моей дочки скоро день рождения. Я попрошу, чтобы мы с вами все вместе записали по отрывку. Допустим, кто-то, ну, кто захочет участвовать в этом видеоролике, вы мне напишите все в директ, я каждому отправлю фразу, вы ее снимете, я потом смонтирую, и получится такой, как некий видеоролик. Все, кто хочет участвовать, пожалуйста, напишите в директ, я буду очень вам признательна. Маникюр. Что маникюр? Если поедание все подряд. В спорт я пойду только, наверное, завтрашнего дня. Но сейчас, когда начну тренироваться, я начну прям сушиться сильно. А, не успеваю. Почему у вас номер 2 часто по эфирам заклеены наклейки? Потому что не разрешается реклама. Люблю тебя, и я вас очень сильно. Надо поучаствовать. Конечно, надо поучаствовать. Скоро это когда? 12 марта. Привет из Фурманова. Привет. Ребятушки, я очень буду признательна. 12 марта день рождения доченьки. Все пишите в директ, я вам скину, кто что будет записывать. И... я ты так стройно видела. Спасибо. На Доме 2 ничего не получала. Привет из Ставрополя. Ставрополь, привет. Что еще запрещено на Доме 2? Пить, курить и ругаться матом. Так они показали эфир, как я ушла, но потому что я устроила такой скандал, меня не хотели отпускать, и я ругалась и говорила, пустите меня домой. Привет, привет, привет. Привет, привет. Ладно, дорогие мои, я побежала, а то у меня сейчас телефон рубанется. Выйду скоро в эфир. Всех люблю, целую.